прекрасная Лера Маслова, Денис Савченко, базовая фигура, уровень beginners, двойная спираль, двойная спираль. Начнем. Начнем. Базовый шаг. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Начинаем фигуру спирали. Uno. Двигаемся в правую заднюю диагональ. Dos, tres, cuatro. Делаем тэп. Пять, шесть, семь. Без остановки. Начиная со счета 7-8 раз, поворачиваемся через правое плечо на зрителя. 5, 6, 7, 8 раз. Еще раз. Базовый шаг. И 1, 2, 3. Спираль. 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Оче, 1. Обратите внимание на положение ног, что оно не поменялось. Еще раз, вот я сейчас обращу, буду говорить, какая нога остается на своем же месте. Базовый шаг. Uno, dos, tres. Спираль. Seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Правая нога никуда не уходит. Siete, ocho, uno. И мы приходим вот в такое положение. Да, только наша грудная клетка сейчас смотрит влево относительно линии танца. На вас все то же самое. Базовый шаг. И. Uno, dos, tres. Спираль. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, uno. И вот сейчас видно, что я стою грудной клеткой вот в этом направлении. Да? И сейчас я буду через вдоль правого плеча смотреть на зрителя. Вот мы сейчас сделали одну спираль. И теперь продолжаем делать вторую спираль. Делая фигуру сюзи-кью в направлении линии танца. 5, 6, 7. Сюзи-кью. Еще раз, с самого начала. Базовый шаг. И. Uno, dos, tres. Спираль. Seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno. Не останавливаясь, делаем кросс и делаем сюзи-кью прямо перед собой. Сюзи-кью. Еще разок со спины. Базовый шаг. И. Uno, dos, tres, спираль. Seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Верочка продолжает уже. Мы на счет 4, 4 стоим на левой ноге. Делаем тэп. 5, 6. На опорной ноге 6. Доворачиваем свою грудную клетку в линию танца и переносим левую ногу на счет 7, вес 7, базовый шаг, 1, 2, стресс, базовый шаг, 6, 7, 1, 2, стресс, спираль, 6, 7, 1, 2, стресс, 4, 5, 6, 7, очи, 1, вторая спираль, 2, стресс, 4, 5, 6, 7, базовый шаг, 2, стресс, 6, 7, еще разок. Dos, tres, спираль. Seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Вторая. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. По нюансам. По нюансам. Когда вы завершаете вторую спираль, очень важный момент, как расположен ваш корпус и на что стоит обратить внимание. Сейчас со спины покажем, со спины. То есть мы развернулись. В счет раз мы стоим на правой ноге. Да. Наша грудная клетка развернута вот в этом направлении. Но когда мы делаем сюзи-кью, мы стараемся, вот когда вы будете делать это на зеркало, когда вы будете выполнять эту фигуру на зеркало, обратите внимание, чтобы ваше левое плечо было видно вам. То есть вот так вот не было. Оно должно быть всегда чуть-чуть видно. Когда вы не будете более объемны, и это будет восприниматься по-другому, да? Относительно линии танца и движения, когда вы выполняете сюзи-кью, следите за тем, чтобы ваше левое плечо было видно. Сюзи-кью. Вот так вот. Показываю, как не должно быть. Сюзи-кью. То есть прятать не нужно. Показать свое плечо, да? На счет раз мы развернулись. И делая сюзи-кью вторую, завершая фигуру, двойная спираль, мы думаем про положение нашего левого плеча по отношению к линии танца. Делаем 1, 2, 3, 4, грудную клетку.
Еще о чем стоит всегда помнить, когда мы делаем кросс, мы всегда тянем носочек вниз. Значит, носочек вниз. Уно через верх, носочек вниз. Лерочка хорошо показывает. Да, у нее хорошо. Уно, носочек вниз, до стресс. У нас два раза кросс происходит через ногу. Когда мы делаем кросс, то есть это не обозначить. Нет, это прям отдельная фигура, над которой нужно работать. Поднять носочек и вниз носочком опуститься. Колено поднимаем. Колено поднимаем. И чем выше колено, тем больше носок смотрит вниз. Мы два раза делаем кросс в самом начале. Кросс. И во второй части, когда и опять кросс делаем. Да? Поэтому, когда мы делаем кросс, не забываем, что поднимаем свое колено, и носок всегда будет смотреть вниз.